Место это называют территорией бывшего озера. Местные дельцы с помощью десятков грузовиков устроили здесь, как говорят сами очевидцы, жители улицы Транспортной, настоящее кладбище мусора. Привезенные строительные отходы невооруженным глазом не увидеть. Свалка хорошо закамуфлирована. Пытаясь скрыть нарушения, привезенный мусор тут же закапывают бульдозеры. В нашем районе, практически, мы скажем так, мы практически уже путем дежурства, мониторинга, то, что касается территорий муниципальных, уже практически такого нет, можно сказать, заверить точно. Но здесь факт, скажем так, вопиющий, поскольку земли, еще раз повторюсь, особо охраняемых природных территорий. Нынешние хозяева территории утверждают, что свалки здесь нет и отвал мусора совсем не производится. Правда, сказать об этом на камеру так и не решились. Судя же по свежим оврагам, говорят специалисты, захоронено здесь не менее 10 тысяч кубов мусора и строительных отходов. Сотрудниками администрации было сообщено отдел полиции Остинского района. На месте работают сотрудники Росприроднадзора. Соответственно, в последующем будет составлен ущерб, нанесенные, так сказать, природы. Запросы по принятию соответствующих мер во все контролирующие организации города и края уже подготовлены. По итогам проверки, в том числе и природоохранной прокуратуры, нарушителям, производившим сбор мусора на территории Национального парка Сочи, предъявят обвинение. Галина Моисеева, Инга Габешева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.